Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, и сегодня для любителей криптовалюты я хочу поделиться с вами новым биткоин-краном, может он и не новый для кого-то, который нам дает 30 сатош биткоинов каждые 5 минут, 5-минутник. Такой вот незамысловатый кран, как на нем, значит, собирать сатошики. Опускаемся ниже, самый-самый низ. Оп, АП. Значит, нажимаем на эту вкладочку. Сейчас нас перебросит на страничку. Где мы будем разгадывать капчу. Я там есть Райн капча и Сольви капча. Я выбрала буквенную капчу. Каждый выберет себе капчу, какая ему надо. Значит, сейчас появится наша капча. Так, разгадываем капчу. Так, нажимаем вот на эту вкладочку. Ждем секунды. И нажимаем Get Link. Нас перебрасывает обратно на страничку. Опускаемся ниже опять. Санечка грузит. И мы опять уже непосредственно, вот здесь мы вбиваем свой биткоин-адрес, который привязан к Faucet Hub. И уже непосредственно на кран мы попали. И вот теперь опять разгадываем капчу. Далее разгадываем антибот. Так, рекламка. И далее антибот. Значит, 3x. Ждем секунды. Вот здесь вот ниже будет наша партнерская ссылочка. Нажимаем Get Reward. Опускаемся опять ниже, самый низ. И, пожалуйста, вот 30 сатошек BTC отправлено на Faucet Hub. Как я уже сказала, здесь вот ниже наша партнерская ссылочка. Идем на кошелек Faucet Hub. Я перезагружаю страничку. Опускаемся чуть-чуть. Опускаемся ниже. Сейчас Санечка загрузится. Мама.
и наши 30 сатошек в BTC прибыло на Faucet Hub. Кому интересно, пользуйтесь краном, пока дает. Вот такой вот незамысловатый кран. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!